Первоуральские флорболисты стали победителями международного турнира. Команда «Триумф», воспитанники секции 21-го лицея, отправились в Санкт-Петербург, где одержали победу. Победителями в категории «Мальчики 2015-2016 годов рождения» ежегодного всероссийского турнира «Санкт-Петербург Open 2024» становится команда «Триумф». Первоуральцы на протяжении 3 дней состязались со спортсменами из разных регионов страны в возрастной группе мальчиков 2015 и 2016 годов рождения. Всего в рамках турнира «Триумф» играл против 8 команд. Первоуральцы пропустили только 4 мяча, забить же удалось 57. Помимо чемпионского титула, первоуралец Григорий Бабушкин был признан лучшим игроком турнира среди сверстников. В таком составе команда играет уже 2 года. За это время она завоевала 8 наград в соревнованиях муниципального, регионального и межрегионального значения. Теперь к этому списку добавился международный кубок. Оцениваю выступление ребят из команды «Триумф» очень удачным. Но сам результат говорит за себя. Несмотря на то, что ребята получили техническое поражение в первой игре, имея большое игровое преимущество, все-таки они добрались до финала и выиграли этот турнир. Физическая и техническая подготовка ребят тоже на высоком уровне.